Всем здорово, ребят! Ну что, у нас сегодня Майнкрафт, как видите, погодка способствует. Поехали, покажу, что я сделал. Мой новый домик, я его переделал с того, что было. Заснимал вам вчера, побегал часа 4, наверное, а то и больше, 5. Позаморачивался, ресурсы добывал. Доделал я все-таки крышу и решил ее сделать стеклянной, вот такого вот плана. В итоге залил ее еще дополнительно водой. Наверху там у меня маяк типа должен быть. Хуй его знает, что там будет. Я думаю, может, это портал там построить на дому. В общем, такого вот плана крыша, залита водой, плюс стеклянные блоки снизу, потому что панелька так не ставится. Ставится, насколько я понял, только блок. Вот, поехали наверх. Сейчас покажу вам, как оно сделано. В итоге прикольная тема получается, особенно когда дождь и идет, меняется время суток, то есть там день, ночь, меняются анимашки, и в итоге потолок в зависимости от этого тоже меняет цвет. Вот таким вот образом пораставлял все квадратики, то есть стеклянные панели, они квадратом идут, ну они в центре пустые, и залил водой. Получилось очень, скажем так, даже неплохо. Мне реально нравится. Особенно, когда меняется. Вот сейчас, может, поменяется. Погодные условия, посмотрим. Единственное, что я не разобрался еще, это вот с панелькой сбоку. Я не знаю, что делать. Видите, пространство, и ничего нельзя поставить. Плюс понакидывал люки, ну это типа диванчика. Будете ко мне в гости приходить, короче, когда-то. Плюс сделал вот такой вот камин. Конечно, камин пиздец какой, но Все, на что хватило ума, сделал вот такой вот камин. Не знаю, что с него будет дальше. Будем жарить. О май гад, рыбка, ты выскочила. Тестирую свой этот аквариум, тестировал. Короче, надо будет походу его делать, залипать полностью доверху, чтобы вода... не, нормально, залезла. В общем, все good, все нормально. Так, надо факел поставить, чтоб не вылазили нафиг. Такого вот плана. Плюс есть еще несколько идей. Сейчас пойдем в ночь. Ночью должна быть подсветочка. Не знаю, я насчет подсветки еще не нашел. Не разобрался. Бля, надо дымоход походу делать. Походу все очень печально. Камень горит, короче. Тут вот у меня кровати, короче, такие вот две решил. Я не знаю, по фэншую сделал, чтобы хоть как-то симметрично смотрелось. В общем, дальше буду разбираться с механизмами. Хочу пару интересных идей реализировать, чтобы потом можно было на серваке устроивать какие-то прятки, конкурсы и прочее. Ну, в общем, к этому мы попозже дойдем. Так, что тут у нас? Тут у нас все нормально. Посадил березы. Я вот не знаю, прорастут они или нет, но у меня такое чувство, что вряд ли они прорастут, потому что они уже несколько дней одного и того же роста. Никуда они не растут. Если там на улице я посадил, оно нормально пошло, то здесь, походу, все очень печально. Я не знаю механики, за какой механикой оно прорастает, но оно вот так вот, маленькая, миниатюрная, короче, береза. Что дальше я планирую? Дальше я планирую немножко разобраться, я уже говорил, с механизмами, и надо будет сделать у себя в доме несколько интересных... Ай, я чуть не загорел. Затей, плюс у меня здесь, я не знаю, ночной маяк, может кто-то где-то когда-то ночью будет у меня тут пробегать, увидит, заметит мой домик. Также надо будет дальше разбираться с чародейским столом, чарками и прочим, плюс механизмы, плюс портал. В общем, все интересное будет дальше. Посмотрим, что там у нас будет в подземном мире. Я еще туда, я один раз когда-то на прошлом серваке там создал, не забегал. Надо будет еще донастроить пермишены, приваты, дать возможность выдавать. Там не все так просто, не все так легко. Бля, ты заяц, походу, там уже... Не знаю, сколько дней
Прыгает, бедолага. Так, надо себе обратно creation поставить, наверное. Позалатывать дыры. Это будет быстрее. Хотя, в принципе, вот многие говорят, типа, с крейшеном строить неинтересно, вот честно скажу. Крейшен, конечно, веселая тема, но когда ты строишь сам себе дом, и ты понимаешь, сколько ресурсов, как это добыть, немного, намного интереснее, потому что чисто через админку выдать себе... Так, а что там мы получили? Кроличью шкурку. Вот видите, какой у меня злобный. Надо будет здесь тоже еще все пододелывать. Когда у тебя куча ресурсов, и ты это быстро надоедает. А когда ты все добываешь сам, так надо. Надо будет эти деревья поубирать, надо будет расширить территорию, заняться обустройством. Ну, опять можно, короче, посадить устройством территории вокруг. Но я хочу изначально выучить механизмы и сделать пару интересных приколов у себя в доме. Так, давайте creation. Покажу вам новый домик Ролинуба. Так. Так, креатив создали. Сделаем вот такую вот картинку красивую на скрин. Вот сейчас будет заход солнца. Там реально будет все меняться. В общем, поехали. Покажу вам панельки. Вот, смотрите, уже зеленого цвета. И так вот ночью оно очень прикольно смотрится, особенно когда звезды уже. То есть оно в зависимости. Ну, не знаю, мне понравилась такая идея с водой. Что-то, короче, такую какую-то хрень придумал, но мне оно реально зашло. Я смотрел. Здесь есть, конечно, куча итемов. Я еще не знаю, как их добывать. Светильники разные. Вот я не знаю. Напишите мне по поводу... Где там оно? Вот я хотел, не знаю, надо будет посмотреть, как добывать вот такие вот керамику, как она делается. Либо же придется бежать в пустыню, там искать разные подземки, оттуда ее добывать. Реально кайфовая тема. Плюс Кристалленда где-то было. Где-то уже потерял. Плюс светильники. Я не знаю, где оно, где-то в декоре. Строительные блоки нифига нету. Короче, где-то я видел светильники, но я так и не понял, каким образом они включаются. О, нифига себе. Подмостки какие-то. Ну, в общем, дофига надо еще всего изучить. Ну, пока меня хватило вот настолько, не знаю. Дальше изучение механизмов там будет посложнее и плюс. Стержень, нет, да. Посядь на стержень, попадешь в энд. Так, не вижу я светильника. Где-то я их потерял. Я не знаю, каким образом их включать. Чем можно было, в принципе, сделать и люками вот такими вот. Что-то я не подумал. Тоже бы прикольненько смотрелось. Но я решил все-таки сделать стеклом. Водой оно хоть как-то смотрится. Так, нету у нас сегодня звезд. Короче, не видно звездное небо. Походу только такое. Видите, обычное стекло пропускает. Эта хрень не пропускает. Ну, можно будет подумать, сделать что-то другое по центру. В общем, к этому мы дойдем. Вот такая вот, ребятушки, у меня тема. Не знаю, многие там говорят, вот, Майнкрафт скатился. Ну, по поводу Майнкрафта реально очень...
Смотрите, как прикольненько смотрится, надо будет дальше обустраивать. Мне не столько, знаете, сам этот, мне столько нравятся постройки. Вот я с детства любил конструкторы там и прочее, мне реально это нравится. Тут возможностей для постройки очень много. Ну, кажется, на первый взгляд все очень просто. Тут столько всего надо знать, столько всего делать. Я не знаю, мне реально нравится. И плюс то, что можно побегать с другими, пофаниться, особенно когда будут уже какие-то мини-игры добавлены. До этого мы, я не знаю, через сколько дойдем. Тогда будет намного веселей. Пока, вот так вот развиваюсь, изучаю, как могу, скажем так. Но реально я на это убил 4 или 5 часов вчера, пока доделывал, добывал, искал. Реально, не все так просто, как кажется. На первый взгляд, конечно, конечно, можно создать все за пару минут, но когда ты это делаешь, все, добывая ресурсы, это совсем по-другому. Все, в общем, такие вот, ребятушки, дела. Пишите комменты. Залетайте на сервак, как обычно, ссылочка на него в описании, версия 1.14.4. Сервак, в принципе, включен. Единственное, что надо будет, я же говорю, с пермишенами разобраться, донастроить приваты, чтобы была возможность у каждого приватить свою территорию. А так, в принципе, все открыто. Залетайте. Все. Всем удачи. Всем пока.